Забавный ролик. Сейчас 2 часа ночи у меня, а я снимаю прохождение крутого СМ 2. И у нас уровень мертвый лес. Ну что, мы начинаем. Наш враг новый, летающий ведьма. Ну-ка глянем, что тут у нас. Возможно, база не так уж и заброшена. Боюсь, что ты права. Первый секрет, сейчас сразу возьмем. 4 секрета. Так. У нас новый враг. Эти динозаврики. Вот их сейчас убить, конечно, целая проблема будет. Но я немножко настроечки тут сделал, у меня есть снайперка. 5 патронов, но на всю игру. Убьем. Он тоже любит пострелять. Все. Так. Покоцал мне неплохо. Первый секрет. Найден секретный друг рыбака. Дуст волка. Секретная. Не очень люблю вот эти вот уровни, вот такие вот эти вот. Мертвый лес. Вот. Следующий тоже. Да ёбывать. Ну, это еще вроде уровень небольшой, маленький. Вот следующий. Главное, бой прям. Ай-яй-яй. Ну, у нас есть устолочка. Чего нет? Ну, нет гранат. Которые очень сильно нам нужны сейчас бы. Ой, у меня патроны еще кончаются. Второй секрет. Рожок. И нет патронов. Блин, там нет патронов, да? Ну ладно. Сейчас, может, нам дадут патроны. Хотел выговориться. Вот так вот. О, вот это я понимаю. Оружие. Ой, прошу прощения. И патрончики. Но не слишком вас тут много. Моя взяла. Теперь. Мое любимое оружие. Не знаю, почему сам ее здесь не любят в этой части. Вечно обзывают ее. Я люблю больше, чем миниган. Плазму. Это как замена. Это как замена лазерной винтовки в предыдущих частях. Нет.
гранатки. Гранатки нужны. Что ж такое-то? Я прям что-то горло заело. Так. Нудные вот эти уровни. Вот самый крутой уровень будет последним в этой главе. Здесь. Ничего интересного. Ой. Меня сейчас убьют. Так. Черт. Быстрее взять жизни. Еще дадут. Отлично. Кто бы сейчас сдох. Ничего нет. Но есть третий секрет. И есть вот тот динозавр. Бытует мнение, что вот эти динозавры это... Ну, не то, что копия этих предыдущих там. Это, как говорится, сын из прошлых. Как они там называются? Красненькие, синенькие там были. Вот. А те как бы отец. Отец. А это как бы сын. Ну, я так где-то вычитал вот. Не знаю, насколько это правда. Но мы возьмем третий секрет. Вернее, мы его не сможем взять, но... Можем добраться до него. Секретная супербомба. Как я уже говорил, что у меня стоит специальный плагин. В использовании... Блин. Секретных супербомб. Да вообще, то есть я не смогу их взять... И даже если я смогу как-то получить ее вот, с помощью щитов, либо играя по сети, кто-то будет ей пользоваться, у меня не будет вспышки. То есть у нас школьники, блин, любят пострелять бомбой. Это невозможно играть, прям вспышки. Все, белый экран вечно. А я поставил, то есть спокойно. То есть это третий секрет, но мы не сможем его как активировать. Так, не заблудиться легко так. Куда? Сюда, наверное. Там 100% сейчас вылезет. Чё же, у меня плазменная винтовка есть, чё я тупый-то? Мы на подходе к концу уровня. Ты в жопу. Звук такой мне нравится. Да, здесь круто, что поставили звуки, когда подбираешь оружие. Каждое оружие свой как, звук. Прикольно, мне нравится. Им еще. Может, хватит? Мне нравится еще у ведьмы, когда убиваешь, потом... Через какое-то короткое время этот включается звук, как будто что-то разбилось. Тем не менее грохнут. Ладно, возьмем последний, четвертый секрет. Здесь все рядышком. Кто это? А, вон он. Найден секретный крокодил. Найден секретный крокодил. Здесь такой прикол есть, можно в крокодиле прыгать, типа как мячик.
Ай, забавно. Паразит. Гнида. Не нужно жизни. Вот. Конечно, я уже нашел дома. Че нет? Ничего нет. Я ж, по-моему, всех убил, наверное. Наверное. Может, ведь не всех. Но тем не менее, уровень мы прошли. Это было проще простого. Я уже почти чувствую медальон в своих руках. И что, второй уровень в этой главе. Оригинальное название этого уровня называется «Покинуть лагерь», либо в этой версии «Заброшенная база» по-другому. Нам показали нового врага, который уже встречался, быкодроид, или его еще называют танк. Мы его пуканьем разбудили. Ну что же, начинаем. Опа! Кажется, мы кого-то разбудили. Не волнуйся, он у меня снова уснет. Вечным сном. Иди вперед, уничтожая менталовых прихвостней. Что новое? Секретов
все. Серьезное оружие.
Так и знал. Сейчас так и знал. Эй, да это же двустволка! Хватай, пока горячо! Блин!
Да. Добрая секретная аптечка. Thank you.
ответ остальных. Найден секретный меч, Дюка. Найдена секретная шляпа, Дюка. Найдено секретное пальто, Дюка. Найден секретный скелет, Дюка. Сразу 4 секрета. Парень, похоже, ты тут завис надолго, а то и навсегда. Ну, в общем, если еще считать эту бомбу, мы все секреты нашли. Я бы тут не играл, конечно. Помоги ему, Сэм! Помогите! Помогите!